Команда районного дома культуры «Родина» «Королевич Елисей» вернулась с 1/4 центральной лиги КВН «Сибирь». Так высоко команда из Татарска, тем более школьная, еще ни разу не забиралась. Зал был очень теплый, нас приняли очень так душевно, можно сказать. Ну, не было какого-то волнения, потому что в зале были свои люди, они нас поддерживали. За это им огромное спасибо. Наверное, проще, ну, как легче было еще, потому что люди были взрослые, они как бы относились понимающие к тому, что мы как бы дети, еще школьная команда, может быть, даже не такие опытные, как другие команды. На одну сцену с нашими школьниками, помимо прочих, вышла команда «Амичи», которая в этом году играет в высшей лиге КВН. Николай Басков увлекся. Но татарских КВНщиков нисколько не испугало присутствие такой опытной команды. Ну, лично для меня, да как бы не чувствовалось, что они были конкретно из высшей лиги. Они такие, как бы, как свои ребята, были уже как друзья, как будто нам. Мы нормально, спокойно с ними общались, где-то смеялись, они у нас просили иногда помощи. Ну, с ними было не так страшно играть. Так как помимо них были еще команды, с которыми можно было и нужно бороться. Уверенная визитная карточка, ровная разминка и сильное домашнее задание. По итогам игры команда заняла 3-е место, оставив позади команды из Новосибирского государственного педагогического университета и Новосибирской гимназии. Полуфинал, в который «Королевичи» прошли напрямую, состоится осенью. Все эмоции и чувства не передать словами. Было очень волнительно, страшно. Ну, мы получили много позитива и энергии. Мы побороли свое волнение, боязнь сцены, ну, сделали все так, как должны были сделать, потому что мы справились со своей задачей. Еще одним приятным моментом игры стало то, что Дарья Науменко из нашей команды получила приз лучшей актрисы игры. Было ожидаемо то, что Даша возьмет лучшую женскую роль, а Даша играла у нас много различных ролей, и поэтому мы были уверены, то, что она возьмет ее. Совсем скоро у Елисеев еще одна очень важная игра. 1/4 Омской региональной лиги КВН, которая пройдет 11 апреля в Омском молодежном центре «Химик». Ждем команду с самыми лучшими результатами. И мы хотим, чтобы к нам пришло много народу, поддержать нас, так как в Омске живет очень много людей, живших раньше в Татарске. Чтобы они нас пришли, поддержали, так как это, наверное, очень важно. Магазин «Школьник». Спасибо за день, спасибо за ночь. Спасибо за скрепки и за скотч.